сегодня вы увидите. Фух! Отлично! Бежим! Да ну в задницу! Да какого? Как просто? Блин, ну... Какого черта он через ящик? Нет! Нет! Ё-моё! Лайк плюс подписка равно вот такой вот инвентарь. Доели стандартные скины в Standoff 2? Хочешь себе топовый инвентарь, но кошелек невелик? Тогда заходи на steadydrop.ru, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай лучшие скины от 10 рублей. Гарантированная доставка, удобные способы пополнения и, безусловно, прозрачный дроп. Открывай с удовольствием на steadydrop.ru. А промокод Кент умножает сумму в 2 раза. Ссылка в описании. Всем привет, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня будет очень хардкорная битва вместе с ТикТаком. Ребят, всем привет. Прямо сегодня будет битва двух ютуберов против пятерых, мать его, пятерых ветеранов. Ё-моё, дядя, это просто жестко. Полная жесть, поэтому, ребята, прямо с начала данного видео поставьте огромный лайк и подпишитесь на мой канал. Вот прям, они вот уже, прям лайк сходу. Они уже простреливают, они уже простреливают, помогай. Да не гони. Давай. Я буду тебе помогать. Играем только Б и Тёмка, играем до 5. И, ребята, как вы думаете, кто победит прямо в эту секунду? Напишите ваше предположение в комментариях. Нормально, минус 1. Фух. Капец, они вообще думают, что мы нубы, понял? С ножом на меня парень набегал. Офигеть, так, реально? Так. Да, тупо вообще, как будто мы какие-то нубы. Пацаны, играем, ну, на всю силу, давайте. Так, ну, ништяк, мы побеждаем, да, по факту? Смотри, у них уже двое умерло, а у нас все живы. Ё-моё, ты где? Помощь нужна? Давай, хелпую. А, он сверху что-то не сказал. Убил! Еще один сверху. Блин, вот это было эпично. Давай, рашим вдвоем, мясо. Рашим. Ща убьют! 74 хп. Не, не убьют. Полетели. Очень мало хп. Давай. Я возьму весь урон на себя, давай. Давай. Он слева, слева. Справа. Нет, как ты умер? Нет! Давай, добивай его, добивай. Так, ранил. Еще один патрон, давай. Давай, постарайся, тупо постарайся. Да! Хорош. Мы это сделали. 1-0. Блин, просто пушка. Отлично. Ребятки, вот за такие моменты надо ставить лайки и подписываться на мой канал, ну потому что он полный трэш. Если хотите продолжение, то напишите об этом в комментариях. Так, ну что, полетели. Так, собрались, полетели, фух, да. Я в шоке. Полетели. Первый раунд, он самый сложный, и мы его затащили. Да, просто мы красавчики. Просто лучший. Давай. Сань, как обычно, по дефолту. Я чекаю Тёмку, ты проверяешь Б. Да, так и есть. Давай. Так, а ну-ка. Да! Минус 1. Фух, я тоже одного убил. Давай, хорош, красавчики. Просто мы лучше. Давай. Как... Да, минус 2! Фух, я бил платинового ветерана. Он самый жесткий. Давай. Рашим. Давай. Справа! Отлично. Хорош, блин, отлично. Как мы это сделали? Просто красиво. Я в шоке. 2-0. Ну что, продолжаем дальше нашу битву. Пока что 2-0. Честно говоря, я в шоке. Я не верю своим глазам, то, что это правда. Камон, 2-0! Я флешку покинул. Давай, так. Я жду. О, дядь, меня убили! Как? Меня убили, как? Зарашили. Только не... Нет! Минус 28 блин, в голову. Блин, ё-моё. 1 в 5, дядя, ну это тупо истерик. Так, минус 1. Твою налево, у него был дробаш. Нет, почти. Был дробаш, это мое слабое место. А потом еще, знаешь, в комментариях будет писать, они поддавались. Вот, посмотри, тупо взяли. Нормально, поддались, пацаны, поддаются, ну, просто да, капец. Чисто вообще разорвали вообще подавки играют. Не, ребят, тут все по-честному, поэтому не надо ничего такого писать. Кто выиграет, тот и выиграет. Надеюсь, выиграем мы, потому что мы, по крайней мере, уже побеждаем. Это уже хорошо. Да, 2-1, это уже прям жестко. Не, ну знаешь, у нас есть одно небольшое преимущество, то, что мы играем в симулятора. Это преимущество, но небольшое, потому что... О, дядь, как ты опять умер? Да нет, ну ТикТак, ну камон, мужик! Так, нормально. Обходят! Хорош. Фух, минус 2. Ой, какая же потная каточка. Очень потная каточка! Офигеть, я минус 3 сделал. Минус 4! Камон! Это не сон? Я в шоке. Где последний? Сзади. А нет. Обалдеть, я чуть не умер, у меня вообще жизнь перед глазами. А знаешь, что я сделаю? Просто он еще офигеет. Просто. Так. Слева. А! Твою налево! Хорош, минус 5, хорош. Вот это эпик. Я сделал минус 5? Да ну! Бери АВП. Все, ребятки, полетели. Нам, короче, пишут в чате: вырубите щиты, ПЖ. Ребят, это не щиты, это просто скилл. Это полный эпик. Давай, полетели. Отлично, я первого забираю. Хорош, красавчик. Так.
О, я тоже забрал! Ну, дядя ЛГП уже, капец, он у меня выскочили! Блин, все! Походу мы слили. Походу это капец. Слив. Капец. Давай, Сань, я верю в тебя. Но нет! Как? Сань, капец, давай, просто. Короче, покупаем дробаши. Ну ты видишь, я с дробашом затащил. Погнали, да, не, реально, два дробаша купим. Нет, я с или АКР хотя бы. Или хотя бы АКР. Хотя бы АКР покупаем. Я сейчас покажу, что такое АВП мастер. АВП мастер? Ну постарайся, давай. Мы в тебя верим. Давай. Кто верит в ТикТака, ставьте лайки, пишите хэштег. Я верю. Так, полетели. Так, давай. Блин, они простреливают, меня чуть не убили, прикинь. Отлично, хорош, красава. Второго забрал? Так, я тоже забрал. Их двое осталось. Балкон. Ой-ой-ой, стреляет. Это было опасно. Дядь, ну капец, опять он вышел. Как так тебя убили? Мужик, я один, мне страшно. Сзади. Фух. Отлично. Бежим, да ну в задницу. Фух, чуть не сдох. Давай. Просто. Так. Да, в голову попал. Лоу хп. Нееет. Ё-моё. Это трэш. Это эпик. Вот это я лалка. Все, ребятки, официально можете писать хэштег Кент Нуб. Давай, поехали. 3-3. Фух. Так. Давай. Я жду. Так, ну. Да какого? Как просто? Блин, ну это мы занубили немножко. 4-3. Да ну. Походу, все очень плохо. Сань, все, я беру дробаш. Ну, просто, ну нет другого выбора. Давай. Покупай гранаты. Самое главное, гранаты. Не забывай про гранаты. Давай. Гранаты. Давай, не рашим, Сань, не рашим. Но все-таки мы играем за ГТ. Это они нас нужно рашим. Я не рашу. Тем более их пятеро, пять ветеранов против двух ютуберов, ну это полный трэш. Давай. Одного забрал, отлично. Красавчик, лучше. Я прикрываю тебя. Еще одного забрал, да отлично. Как ты это делаешь, камон? Еще одного забрал. Я забрал. Где последний? Не знаю. Давай. Блин. У меня! Забрал. Просто отлично. Красава. Просто давай пятюню. Давай пятюню керамбитом. Давай. Опа, хорош. Просто как батьки раздали. Выровняли счет, это самое главное. Фух, давай, полетели. Опа, волшебная граната. Опа, первый. Красава, а как ты это делаешь, камон? Блин, они там все просто бегают. Меня слепили, подурашу Тёмку. Камон, ничего не вижу. Гранату прокинули на меня. Ща помогу. О, какого чёрта он через ящик? Нет, ё-моё, на кого ты меня ставил? Я один против троих. Сзади. Тише. Просто. Wait, please. Блин. Офигеть, я рак. Еще никому не попал. Пожалуйста, Кент не слей. Прошу. Да, минус один. Так. Времени очень мало. Блин. Очень напряженный момент. Кент, просто в атаку. За Рокки Бальбоа и за шурму. Ай-яй-яй. Вот это эпик. Осталось 15 патронов. Рот мне в ноги. Они стреляют, попадают. Больно, очень больно. Нет. Все, походу проиграем. Блин, мы проиграли. Это было обидно. Но если вы, мои уважаемые подписчики, наберете 5к лайков, то мы обязательно возьмем реванш. Поэтому поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Также ссылочка на канал ТикТака тоже есть в описании. С вами был Кентуха и... Тик-так. Всем удачи и всем пока-пока. Пока, ребят, пока.